Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. И сегодня у нас второе видео о крепостях Черногории. Это видео о крепости Вырмац. Крепость находится на одноименном холме, который отделяет Тиводскую часть Бока-Которского залива от Которской. В данном видео не будет видео с дрона, поскольку эта крепость находится очень близко от аэропорта Тивод. Соответственно, здесь полеты дронов запрещены. И мы снимем видео вокруг крепости на камеру. И большая часть видео будет отведена съемкам внутри крепости. Сразу предупреждаю, что видео внутри из-за очень плохого освещения не самого высокого качества, но, как говорится, за неимением лучшего. Если вам нравятся заброшенные объекты, старые крепости, я думаю, вам это видео понравится. Эта крепость тоже вкопанного типа, так же как гаражда. Подход крепости охраняет, кроме стен, земляной вал, ров, который простреливается с капониров. Также здесь видны места для орудий, казармы. И мы сейчас с вами пойдем вовнутрь. Вот мы подходим к главному входу в крепость. Крепость трехэтажная. Заходим внутрь и попутешествуем немножко по этажам и помещениям. Лестница. Внизу, я так понимаю, цистерна с водой. Thank you.
Эта крепость, в отличие от крепости Космач, в очень хорошем состоянии. Здесь, когда гуляешь, не боишься, что тебе на голову обвалится потолок, какие-то камни. Но все равно под ноги смотреть надо, потому что можно вот сверзиться в такую вот яму уже на втором этаже. Места под орудия, бронекупола для этой крепости также отливали на заводе Шкода, так же как и в крепости Гаражном. И вот лестница на самый верхний третий этаж, перила еще на месте. Это конец 2019 года, а крепость построена в самом конце 19 века. То есть этой крепости больше 120 лет.
целом впечатление от крепости, учитывая ее возраст и то, что за ней никто не ухаживает, вполне положительное, сохранность на высоком уровне. Кажется, что если ее привести в порядок, то она еще может послужить в военных целях. Здесь на стенах можно увидеть какие-то еще остатки таблиц, возможно, для расчетов, для орудийных, артиллерийских. Ну а мы уже будем спускаться вниз, идти к выходу первого этажа, к главному выходу, на выход из крепости. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы будем продолжать и дальше снимать видео о черногорских крепостях в серии «Крепости Черногории». Оставайтесь с нами, путешествуйте с нами. Всего доброго!